Кормозаготовительная компания в округе вышла на финишную прямую. По состоянию на 18 августа в Ненецком автономном округе скошено более 5000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Мы познакомились с тонкостями сенокосной компании. Урочище Урпинское – городское сенокосное отделение Ненецкой агропромышленной компании. На участке работают трактора. В тюки закатываются последние рулоны сена. Солнечная погода позволяет аграриям благополучно закончить кормозаготовительную кампанию. В этом году получим. Это урожайность получим. Урожайность. Ну, трава погуще, побольше. Получше сама трава. Больше заготовим. Мы вот в этом году, здесь мы в прошлом году мало брали, в этом году побольше. В этом сезоне Ненецкая агропромышленная компания обновила свой автопарк. 3 новых трактора уже в строю. Куплено и специализированное оборудование, импортный пресс, механические грабли и электрокосилки. Переоснащение техники тоже положительно сказывается на производстве. Качество заготовленного корма не вызывает тех опасений, которые были в середине июля. Корм заготовлен хорошего качества, в полном объеме и с запасом. Поэтому зимовать мы будем уже, не оглядываясь назад. Сенокосная компания прошла настолько успешно, что аграрии смогли обеспечить предприятие кормами и на весну будущего года. Сейчас осталось лишь вывести с участков заготовленное сено. Сегодня более 3000 рулонов уже доставлены на ферму. С этой работой аграрии планируют справиться за месяц. Другие сельскохозяйственные предприятия региона тоже заканчивают сенокосную кампанию. Отстает от общих результатов только великовисочный животноводческий комплекс. Да, по виске есть проблемы, которые, кстати, тоже связаны, опять же, больше с полями. Все-таки они сыроватые остались в некоторых местах, именно в низинах, и тяжеловато техники начинают перегружаться, и, соответственно, поломки были небольшие простои, но сейчас как раз и погода наладилась, и техника работает в полную мощность с утра до вечера. Поэтому, я думаю, они тоже подтянутся. В ближайшие дни работы по заготовке кормов завершат в Оксино и Тельвиске. Всего в регионе заготовлено более 6500 тонн кормов. Алина Вучейская, Надежда Хабарова, Сергей Качегов, телеканал «Север».